Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морского флота Иосифа Сталина. 8 мая 1945 года в Берлине представители германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Помню всех тех, кто уже давно молчит. Помолчи, помолчи.